объявляю 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым! Вот и состоялось самое грандиозное молодежное событие этого года – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, объединивший 25 тысяч человек из 188 стран мира. Омскую область представляли 70 участников и 50 волонтеров. Для каждого из них это событие стало незабываемым, ведь получить такой шанс можно лишь один раз в жизни. Поэтому по возвращении на родную землю, несмотря на ранний час, все участники омской делегации были полны энергии и впечатлений, которые останутся с ними навсегда. Огромное количество позитивных эмоций, очень много иностранных связей теперь появилось, потому что непосредственно я ездил по предпринимательству. Я договорился с иранцами на взаимную торговлю, мы им, они нам. Также есть договоренность с Арменией. Вот. Еще ведутся переговоры с другими странами. На самом деле фестиваль, он был, наверное, даже больше, чем мы себе представляли. Фестиваль стал огромным ярким пятном в памяти и в жизни, по-моему, каждого участника фестиваля, поскольку люди, которые участвовали в предыдущих фестивалях и приезжали на этот и рассказывали историю, передавали вот этот огонь внутри своих глаз, сердец, это было, пожалуй, захватывающе, как они это переживали, как они это прочувствовали. Да и здесь множество людей из других стран, рассказывая свою историю, дарили частичку культуры и частичку себя. Это то мероприятие, которое останется в памяти на всю жизнь. Были не только образовательные площадки, было много конкурсов, экскурсии на Розы Хутор, мы посмотрели Олимпийский парк, это тоже то место, которое останется в истории Российской Федерации. Очень много интересных моментов, очень много открытий, закрытий, это потрясающие моменты, которые вся наша делегация пронесет на всю жизнь с собой. Также достойно наш регион представили и волонтеры. На них были возложены самые ответственные миссии – навигация и безопасность на спортивных и культурных объектах, сопровождение российских и иностранных делегаций. Мы обеспечивали безопасность для участников, патрулировали территорию, также непосредственно и сами участвовали в мероприятиях. Я попала на закрытие с сестрой совершенно случайно, но очень много эмоций получили. Замечательный, очень яркий фестиваль. Познакомились с огромнейшим количеством народа, очень много иностранцев, очень большое количество эмоций, очень большой опыт разговорной части, то есть с иностранцами тоже с разных стран. Очень много друзей приобрела. Мне кажется, в жизни очень-очень поможет это. Улыбайся, ребят, улыбайся!